Всем огромный привет! Это канал «Красивое вязание». Меня зовут Снежана, и сегодня я рассказываю вам вот об этом бирюзовом кардигане. И вот так вот он выглядит на мне. Еще несколько слов об этом кардигане. Итак, смотрите, я для вязания вот этого узора есть видео и есть ссылка на схему. Кому как удобно, я даю эти ссылки внизу под видео. Узор немножко волнистый, поэтому, когда вы будете вязать, полотно будет немножко выглядеть стянутым, особенно до стирки. Для тех, у кого широкие бедра, здесь, возможно, понадобится добрать еще какие-то петли. Не знаю, будете смотреть, делать свои расчеты. Я вязала по прямой, прямым полотном. И когда постирала это изделие, то просто разглаживала вот это вот место, растягивала для того, чтобы полотно выровнять, чтобы оно было одинаковое и низ, и верх. Там буквально немножко, незначительно, но все равно есть. Вот. На рукавах можно заметить еще вот эту вот стянутость, потому что рукава я не трогала, не растягивала. Оно немножко как бы сжимает. Вот это такой вот маленький минус этого узора. Теперь вот этот вот узор мелкий, на него я даю просто схемку, потому что он очень простой. Здесь две петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и две петли вместе с наклоном влево. Тут ничего сложного. Также даю ссылочку на видео, как вязать резинку с одной скрещенной петлей, с одной лицевой скрещенной. Ну а дальше в этом видео я покажу, как обвязывать горловину. В общем, я полностью расскажу, как я вязала вперед, как я вязала спинку, рукава, все параметры, все количество петель. Покажу отдельно, как обвязывала планки и как обвязывала горловину, как делала убавки для горловины. Да, я посчитала, что это такие моменты могут быть сложными, поэтому я их отсняла. Да, еще я хотела изначально рукава сделать укороченные, поэтому здесь они у меня получились широкие. Если бы я вязала длинные рукава, возможно, я бы вот этот манжет сделала бы поуже. Но поскольку я хотела их укороченные, а получилось так, что я связала слишком длинными и уже оставила, они получились у меня длинные. Поэтому у меня тут и широкий. То есть вот этот вот широкий манжет изначально не был запланирован у меня. Поэтому тоже смотрите, если вам такая ширина не нравится, делайте поплотнее по руке, чтобы было. В принципе, кардиган этот я вязала из головы, и практически вот та фантазия, которая у меня была, она почти что реализовалась. Не всегда, конечно, как я вижу, так я получаю, то есть ожидание и реальность, оно все-таки немножко отличается, но почти-почти я угадала. В общем, если вам понравится эта вещь, и если вы захотите повторить, то все описание, в принципе, есть. И можно повторить или внести какие-то свои дополнения. Тоже интересно было бы посмотреть с изменениями, как бы оно выглядело. У кого еще какие идеи по этому поводу есть. А, да, покажу вам, как оно выглядит изнутри, вот эти все обвязки. Вот так вот. Я ничего в этот раз не прятала, никаких там потайных не делала. Просто вот такие вот с изнаночной стороны. Вот такие швы. Да, у меня вот здесь еще даже кончики не запрятаны, потому что я все-таки думала распороть эти рукава, перевязать. И вот у меня еще кончики здесь даже я оставила. Вот такое изделие у меня получилось. Спасибо большое вам за то, что вы смотрите меня, ждете от меня новых видео. Очень мне это приятно. В общем, ваше мнение внизу. Под этим видео жду в комментариях. На этом все. Для вязания использовала вот такую пряжу. Это Визель Натурель Коттон. Турецкая пряжа. Здесь в моточке
100% хлопок и в 100 граммах 200 метров. Вот. Номер цвета. Что-то не могу здесь найти. Скорее всего, что на этикетке номер цвета не указан, но вот он такой бирюзовый. И в интернет-магазине, где я покупала, так и назывался, тоже бирюзовый. И также спицы использовала номер 3,25, 3,75 и 4. Спицы я не взяла, но любые, какие у вас будут, вот эти вот три номера я использовала. Или как-то по-другому можете скомбинировать, если будете вязать. Я вязала на NITPRO 3,25, еще раз говорю, 3,75 и номер 4, все основное полотно на четверке. Рассказываю, как я вязала спинку. Я просто уже шила здесь по плечевым скосам и вспомнила, что я не отсняла видео по спинке. И по перед тоже, в принципе, не отсняла. Итак, начнем сначала. На спице номер 4 я набирала 99 петель. Здесь у меня получается ширина спинки 50 сантиметров. Значит, 99 петель набрала и провязала резинкой со скрещенной лицевой 4 ряда. Дальше я провязала 10 рядов платочной вязкой, 6 рядов лицевой, еще 6 рядов платочной вязкой и перешла. После чего я провязала еще 2 ряда лицевой, то есть лицевой и изнаночный, и перешла на вязание ажурного узора вот этого. Ссылочка по вязанию на ажурный узор будет отдельно. Отдельно сниму видео, и или здесь вверху в правом углу, или внизу под видео будет ссылка на вязание вот этого ажурного узора. Я провязала 2 рапорта этого узора, и еще в третий рапорт я не довязала, по-моему, 8 рядов. То есть 2 рапорта и... не довязала 4 ряда, значит, 2 рапорта и 16 рядов. В общем, будет тоже полное описание внизу по ссылочке. Дальше я провязала платочной вязкой. Снова 6 рядов. Потом 4 ряда лицевой гладью. И 8 рядов провязала еще платочной вязкой и перешла на вязание узора номер 2. Также покажу отдельно видео, будет ссылка на вязание этого узора. Он очень простой. И вот здесь вот я сделала убавки для горловины. Это был 181 ряд, я закрыла центральные 27 петель и потом постепенно закрывала еще по 2 петли, то есть я закрыла еще 3 раза по 2 петли. И здесь дальше сделала плечевые скосы. Вот таким образом я вязала спинку. И сейчас покажу, как я вязала перед. Для передних полочек. Две полочки я вязала одновременно на спицах, две части. Набирала по 51 петле и вязала в таком же порядке. Сначала резинка, потом платочная вязка, лицевая гладь, платочная вязка. Тут два ряда лицевой глади и потом этот узор. Точно-точно в таком же порядке. Дальше платочная вязка, лицевая гладь, платочная вязка и узор номер 2. И дальше я делала вырез горловины вот здесь вот. Чуть дальше в видео я вам его показываю, как это делать. Он немножко глубже, чем вырез горловины на спинке. Начинается немножко раньше по рядам. Ну и тут тоже плечевые скосы. Все это я дальше показываю в видео, как я это делала. Да, убавок на проймы никаких нету, тут все с этой стороны просто прямое полотно, то есть все вяжется прямым полотном. Дошел момент, когда мне нужно сделать вырез горловины. Он будет такой же круглый, как на спинке, только немножко глубже.
и начинаться он будет намного раньше. Я сейчас привязала 172 ряда, и дальше я буду вязать с убавками для горловины. На полочках я вяжу две полочки одновременно, вы уже знаете. На полочках я отложила петли вот здесь, вот с этой стороны 30 петель для плеча, 10 петель для убавок, которые будем делать постепенно, и 11 петель для убавок, которые нужно закрыть сразу одним закрытием. И точно так же вот здесь, вот 11 петель, это убавки для первого закрытия. Дальше 10 петель для постепенного закрытия и 30 петель плеча. Буду вязать сначала одну сторону, потом другую, разворачиваться и так далее. Начнем с этой стороны. Здесь я провязала уже полностью всю сторону, 73 ряд. Эту сторону нужно провязать всю. В местах, где есть элементы ажурного узора, нужно сделать. Единственное, что здесь, вот тут вот должен был бы быть третий элемент, но поскольку эти петли я буду в следующем ряду закрывать, поэтому здесь, вот здесь он должен был быть, вот тут вот в этом месте, я его делать не буду. И перехожу к вязанию этой стороны. И сейчас сразу закрою вот эти 11 петель. Закрываю я обычным способом закрытия, провязывая одну петлю и протягивая ее через соседнюю первую. Таким образом, закрою сейчас 11. Это у меня 11. Так, вот что должно получиться. И дальше я вяжу по узору вот здесь вот и здесь, где должны быть элементы ажура, я сделаю ажур. Вот эту последнюю петлю желательно подтянуть, чтобы она была поплотнее. И продолжаю вязание. Так, смотрим, где у нас должен быть ажурный рисунок. Еще две петли. Тут у меня петли были перевернуты, потому что я распускала раньше. Они остались. И еще в одном месте должен быть ажурный элемент. Я его тоже провязываю. Вот он тут. Тоже петли перевернутые, потому что я распускала кусочек вязания. Все, довязываю ряд до конца и разворачиваюсь на изнаночную сторону. Я провязала эту сторону весь ряд до конца. Последнюю петлю я не провязываю, а просто снимаю ее. И приступаю к следующей полочке. И теперь вот здесь закрываю 11 петель, провязывая каждую петлю изнаночной и закрывая ее.
Тут у меня петли тоже немножко развернуты, не так, как при вязании должны быть, потому что я тут тоже распускала кусочек, и так они на спицу набрались. Другой стороной. Последняя, 11-я. Итак, я закрыла здесь петли, вот косичка, и дальше вяжу до конца ряда. Повернула вязание, провязала весь ряд до конца, последнюю петлю не провязывала, просто сняла ее. И приступаю к этой стороне. С этой стороны закрываю 3 петли. Первую снимаю. Следующую протягиваю через первую. Затем провязываю вторую. Протягиваю через эту петлю, которая на спице. И третью. И тоже протягиваю. Вот такая косичка. Эту первую подтянуть немножко, чтобы плотно была. И дальше продолжаем вязать до конца ряда. Развернула вязание, провязала изнаночный ряд до конца. Последнюю петлю просто сняла. И теперь с этой стороны убавляю 3 петли. Но провязывая их изнаночными и убавляя изнаночными. Первую снятую переснимаю на правую спицу. Следующую протягиваю через нее. Затем провязываю петлю изнаночной. Протягиваю через первую. И еще одну петлю провязываю изнаночной. И протягиваю через первую. Первую. 3 петли закрыто. 2, 4, 6, 7. Вот косичка. И дальше вяжу изнаночными петлями до конца ряда. Развернула вязание, провязала лицевой ряд до конца. Последнюю петлю не провязываю и приступаю к этой стороне. Здесь сейчас делаю 2 убавки. 2 петли убавляю. Первую петлю снимаю. Затем протягиваю через нее вот эту петлю для убавки. И еще одну петлю провязываю и протягиваю через петлю на спице. Таким образом я сделала 2 убавки. Вот моя косичка. Дальше вяжу по узору до конца ряда. Развернула вязание, провязала изнаночный ряд. Последнюю, как всегда, не провязываю. Только не забывайте эту петлю в предыдущем ряду подтянуть, когда будете вязать. Обязательно, если оно у вас здесь растянуто, можете вернуться и перевязать, чтобы было красивее. И приступаю к этой стороне. И сейчас на этой стороне я буду закрывать тоже 2 петли. Убирать. Первую снимаем. Протягиваем через нее следующую петлю и потом одну провязываю изнаночной и протягиваю через петлю на спице и подтягиваю эту петельку, чтобы не было растянутой, и дальше вяжу до конца ряда по узору.
Итак, развернула вязание, привязала лицевой ряд, последнюю снимаю, не провязывая, и сейчас с этой стороны еще раз убавляю 2 петли. Первую снимаю, вторую протягиваю через первую и еще одну. Дальше вяжу по узору до конца ряда. Вот эту петельку подтягиваю. Провязала изнаночной полностью, последнюю не провязывала, сняла. И сейчас перехожу на эту сторону и буду тоже закрывать 2 петли. Так, первую сниму, протяну через нее одну петлю и еще одну провяжу и тоже протяну через эту петлю. Так, подтяну саму петлю, чтобы было плотнее, и продолжаю вязать по узору. Провязала ряд по узору. В этом ряду должны быть элементы ажура. Я сделала вот здесь и вот здесь, где они должны быть. Два раза. Проверяйте себя. И последнюю петлю я, как всегда, не провязываю. И с этой стороны сейчас я буду убавлять только одну петлю. Вот. Сделала такую убавочку, протянула петлю через ту, которая была у меня на спице. И дальше тоже вяжу по узору. И смотрите, вот здесь вот должен где-то примерно быть элемент ажура и в конце ряда. Так что не пропустите. Провязала изнаночный ряд, последнюю сняла. Сейчас с этой стороны делаю убавку одной петли. И дальше буду вязать по рисунку. Снимаю эту, протягиваю через нее одну изнаночную петлю. Все. И дальше вяжу по рисунку до конца ряда. Лицевой ряд провязан. Одну петлю не провязываю, снимаю. И перехожу к этой стороне, и сейчас я буду делать убавку одной петли. Убавляю одну петелечку. Это можно будет маркер снять уже. И дальше вяжу по рисунку до конца ряда. Сейчас на спицах должно быть 31 петля. Надо будет еще одну петелечку убавить потом. Изнаночный ряд, эту сторону провязала, одну оставила, с этой стороны убавляю одну петлю. И тут тоже остается 31 петля. И в следующем ряду еще по одной петле будем убавлять. Почему 31? Потому что вот эту рабочую, как бы одну петлю тоже нужно будет убавить. Провязала, как всегда, лицевой ряд, последнюю не провязываю. И последняя убавка, десятая, да, десятой петли. Вот она сейчас вот в виде этой рабочей, поэтому мы переходим на петли плеча. Тут у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 петля. И убавляем одну петлю последний раз. С этой стороны. И точно так же мы сделаем с изнаночной стороны сейчас. Вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд теперь провязываю весь до конца, все петли, и делаю последнюю убавку с этой стороны. Тут у меня тоже сейчас на плече 31 петля.
И я последнюю убавляю. Вот так. И вяжу до конца ряда. Вот такой вырез на данный момент у вас должен получиться. Вот так вот у меня выглядит. Дальше мне нужно провязать 4 ряда просто без убавок по прямой и приступить к выполнению плечевых скосов. На вот эти все убавки у нас ушло 14 рядов. И теперь вяжу 4 ряда по рисунку. И дальше я покажу, как сделать плечевые скосы. Я довязала уже 4 ряда и теперь разделила петли для того, чтобы провязывать плечевые скосы. 30 петель делю на 3 части, откладываю по 10 петель с одной стороны и с другой, отмечаю их маркером и дальше я буду вязать в таком порядке. Сначала я провяжу эту сторону, потом с этой стороны я провяжу вот эту часть и вот эту, то есть 20 петель и разверну вязание. Дальше я провяжу 20 петель, и с этой стороны я тоже провяжу 20 петель, и вот в этом месте разверну вязание. Дальше я провяжу по лицевой стороне эту часть, и здесь я провяжу только 10 петель. Разверну вязание, сюда провяжу 10 петель и разверну вязание. Потом я провяжу все петли до конца, с изнаночной стороны провяжу все петли, и с этой стороны я провяжу с изнаночной все петли до конца. Я провязала эту сторону и провязала 20 петель вот по этой стороне. Снимаю маркер и разворачиваю вязание. Делаю вот такой накид на спицу. И первую петлю провязываю и вяжу до конца ряда. И на второй полочке тоже провязала 20 петель и разворачиваю вязание. Теперь здесь я провяжу все 20 петель, а здесь я провяжу только 10 петель. Итак, провязала эту полочку и тут провязала 10 петель. Маркер сбрасываю и разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Сейчас я провяжу эти 10 петель и провяжу с этой стороны тоже 10 петель. Так. С этой стороны я провязала и с этой стороны тоже провяжу 10 петель. Маркер сбрасываю. Так, петли провязаны, разворачиваю вязание. Провязываю эти 10 петель и всю полочку, все петли до конца с этой стороны. Накид первую провязываю. И дальше все петли. Вяжем эту сторону все петли до конца. Вот этот накид, петля разворота, его нужно под низ отправить, под петлю и провязать 2 петли вместе. Еще одна петля разворота, одеваю ее под лицевую. И провязываю 2 вместе. Так, теперь разворачиваем вязание. И
эту сторону провязываем все петельки, и вот эту сторону тоже будем провязывать все петли до конца ряда. Вяжем этот изнаночный ряд до конца. Вот у меня петля разворота. Мне нужно ее снять, одеть под следующую петлю, таким образом, чтобы она оказалась под петлей. Вот. То есть она получается с изнаночной стороны, она спереди, а вот эта лицевая как бы над ней. И провязать эти две петли нужно вместе. И тут еще один раз такой же. Нужно эту петлю снять, эту тоже снять, и таким образом их переснять, чтобы вот эта петля разворота была под петлей лицевой. Провязать вместе всю, довязать до конца. И дальше эти две части можно сшивать. Я оставляю открытые петли, как всегда, потому что сшиваю по открытым петлям. Сшивать две детали по открытым петлям. У меня есть отдельное видео, которое я когда-то снимала, но покажу вам еще и в этом видео, как я это делаю. Итак, я складываю две детальки лицевой стороной вовнутрь. И обычно я сшиваю от края к центру, к горловине. Вот у меня длинная нитка от клубка, я еще ее не обрезала, это та нить, которой я вязала само полотно. Крючок я взяла номер 4, такой же, как и спицы. Итак, я ввожу крючок в первую петлю. Ввожу крючок в первую петлю, вот так вот, и в эту первую петлю ввожу его. Протягиваю нить через обе петли и снимаю петли со спицы. Теперь ввожу в две петли следующие. Протягиваю через них нить и протягиваю эту готовую петлю через первую и закрываю. И так далее. Ввожу в две петли и протягиваю через петлю на крючке. Ввожу в две петли и протягиваю через петлю на крючке. Таким образом я вяжу до конца ряда и при этом закрываю все петли, которые у меня на спице. Постепенно их снимаю со спиц. Стараюсь сильно не затягивать, чтобы шов не был перетянут. А примерно так же, как и я вязала, примерно такой же плотности, чтобы был этот шов. Вот я закрыла все петли. И если вы сделали все правильно, то количество петель у вас должно полностью совпасть. И последние две петли вы должны закрыть. То есть, если у вас где-то с одной стороны какая-то петля останется, значит вы что-то где-то пропустили или сделали неправильно. Вот такой вот получается шов с изнаночной стороны. И вот так вот он выглядит с лицевой стороны. Мне нравится. Я всегда так делаю. Я связала планку с одной стороны. Планка состоит из резинки 1х1 со скрещенной петлей. Вот так вот выглядит изнанка. И здесь я провязала 10 рядов этой резинки. И в 10 ряду, вернее 9 рядов провязала и в 10 закрывала петли. Здесь я оставила нить пока что с этого мотка, для того, чтобы потом набрать петли для горловины. И нужно набрать петли теперь для второй части.
Но тут набирать будем петли вот отсюда, от горловины и вниз. Набираем петли. Набираю петли в соседнюю петлю возле кромочной. Вот смотрите, нужно найти вот кромочные, нужно найти соседние петельки. Вот они. Они у меня уже растянуты, потому что я уже один раз набирала, мне не понравилось. И сейчас я перевязываю по-другому. И набираем таким способом. Так. В первую петлю. Можно начать с крючка. Вытянуть первую петлю крючком. Так будет удобнее. Так, сейчас вот отсюда веду нить, вытащу первую петлю, а дальше можно набирать спицы. Потом во вторую и в третью. Четвертую пропускаю, дальше снова в пятую, шестую, седьмую. Восьмую пропускаю и девятую. В общем, вы поняли, 3 петли набираем, четвертую пропускаем, вот эту пропускаю и захожу сюда. И так набираю до конца ряда. Вот на спице. Я связала резинку на полочках с одной и с другой стороны. И теперь приступаю к набору петель для горловины. Здесь, когда я вязала резинку, у меня закончилось вязание. И я тут оставляла нить для того, чтобы потом ее не подсоединять. Это у меня будет петля кромочная. А тут я сейчас наберу петли. Набирать буду через одну, вот с этой стороны видно косичку, здесь у меня изнаночные, а с этой стороны видно косичку. И набирать я буду вот так вот в центр петли, вот так вот вводить. Но вводить спицу я буду через одну петлю, то есть тут я наберу 5 петель. Итак, первую я сейчас, вот она у меня первая, пропущу и введу спицу во вторую петлю. И вытяну первую петлю сюда, подтяну ее. Так, мне нужно вот эту развернуть еще раз. Вот во вторую ввожу спицу, вытягиваю петлю, подтягиваю. Теперь одну пропускаю, в следующую ввожу спицу, вытягиваю петлю. Снова одну пропускаю, в следующую ввожу спицу, вытягиваю. Дальше одну пропускаю, в следующую ввожу спицу, вытягиваю. И веду спицу сюда, тут одну петлю пропущу, веду спицу сюда в этот шов, как бы, в самый край, где присоединялась. Вот отсюда. У меня сейчас кромочная и 5 петель. Дальше я буду набирать петли в каждую петлю. Здесь видно петли. Под кромочную в петлю. Вот сюда. Так, сколько у нас тут есть?
И здесь, где уже идут закругления, тут тоже я буду искать петельки и набирать центр петли. И так до конца ряда по всей горловине. Потом вяжу резинкой вот этой 1 на 1 скрещенной. Одна скрещенная, одна изнаночная. Первый ряд я провязываю скрещенной и лицевую, и изнаночную, а затем вяжу только лицевую скрещенную. Итак, я набрала все петли для горловины. Чтобы ничего не пропустить, я разбила все на участки. Смотрите, на резиночку 2, 4, 6 петель с этой стороны, 6 петель с этой стороны. Дальше, тут где были убавки, по 21 петле с одной стороны и с другой стороны. То есть мы тут сначала закрывали петель 11, а потом делали еще 10 убавок. Вот они, эти 21 петля. Теперь здесь, где вязалась по прямой, я набирала 3 петли, четвертую пропускала. И таким образом у меня получилось по 10 петель набрано с каждой стороны. Теперь по спинке. Разверну ее вот так. Спинку. Вот от шва до прямого вот этого закрытия, где было центральных 27. Значит, вот тут у меня по 16, тоже набирала 3 четвертую пропускала, 3 четвертую пропускала. Тут 16 петель, тут все 27 петель, и с этой стороны тоже 16 петель. Я еще не подбила общее число, но вот таким образом было набрано у меня. Думаю, что здесь точно будет нечетное количество. Поэтому хорошо, потому что начну вязать с первой лицевой резинку и закончу тоже одной лицевой резинку. Посчитала. В общем, по окружности у меня здесь 133 петли. Довязала рукава. Вот так вот пока что он у меня выглядит. Сейчас буду его пришивать. Вообще-то я планировала сделать укороченные рукава для этого кардигана, но мне кажется, что это будет немножко длиннее. В общем, пришью, постираю, посмотрю, как выглядит, а потом буду решать. Итак, рукав я пришила и пока что оставила длинный. То есть сомнения все еще присутствуют, сделать его короче, чуть ниже локтя, или оставить длинным. Померила, вроде длинный тоже нормально, но хочется и чтобы был укороченный. В общем, пока что думаю, возможно, сделаю какую-то сборочку здесь и буду как-то так носить, но оставляю пока длинным рукав. Для тех, кто захочет себе сделать укороченный рукав, вяжите примерно вот до сюда. Провяжите только один раппорт этого узора и достаточно, или что-то измените. Значит, здесь у меня получится довольно-таки широкий манжет. Я набирала 59 петель. Опять же, кто любит, чтобы было по руке, набирайте меньше петель, тогда он будет более облегающий руку. Вот он у меня широкий. Ну, неплохо, мне все равно это нравится. Значит, тут набирала 59 петель, вязала 6 рядов резинкой, а дальше я вязала в таком же порядке, как и по переду, и по спинке. В общем, с рукавами надеюсь, что все пока понятно. Оставляем как есть.